Всем привет, друзья! Небольшое видео с креветочками. Для кого-то это будут просто симпатичные креветки с необычным окрасом. Кто-то в них увидит селекционных креветосов, штучный товар. Это фишбоны галактика. На самом деле, по градации креветок с их классами материалов достаточно и обсуждений. Но если кому интересно, упомяну. Это фишбон или скелетончик, как еще их иногда называют, галактика. Фишбонами называют креветочек, у которых по спинке идет узор, напоминающий рыбьи косточки. Почему галактика? На теле у них белые точки. Бывают более мелкие, бывают более крупные. Если узор на спинке не складывается в скелет от рыбки, тогда это просто зебра. Если белых точек нет, то это не галактика. Сейчас мы видим фишбон галактика. Человек, в аквариумах которого они обитают, следит за ними, любит, отбирает лучших. Вот справа креветочка – это просто зебра, но с элементами галактики. Остальные – фишбон галактика. Сейчас мы видим креветочку крупным планом. Иногда в аквариуме это практически не видно, но вот на макросъемке можно увидеть, как она питается, как своими ножками, она как пинцетами ловко собирает еду. Условия обитания считаются, что почти такие же, как для кристаллов, но все-таки, конечно, ухода за ними нужно побольше. Следить нужно и за температурой, и за кислотностью, и за солями, которые растворены в воде. Они необходимы для линьки. Окрас у данных креветок отличный. Фишбоны бывают разных цветов. Красные, их много. Иногда зеленые. Вживую я таких пока еще не видела. Креветки более сложные в разведении. Не так охотно кидают мальков, как обычные кристальчики. Если креветочка замирает на одном месте, чистит себя, перебирает свои лапки, значит, она готовится к линьке. Это действительно креветочки для гурманов, для креветка-маньяков.